Всем привет! Вы на канале «Современные родители». В этом обзоре познакомимся с самокатом BladeSport Aircross Disc 230. После просмотра поделитесь своим мнением в комментариях, а также поддержите канал лайком. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, тогда вы не пропустите уведомления о выходе новых роликов. Ссылки на выгодные цены и полные характеристики оставлю в описании. Надежный внедорожный самокат для катания по даче, лесу и городским джунглям. Самокат из алюминиевого сплава с усиленным профилем деки обладает повышенной надежностью. На Aircross установлены надувные резиновые колеса 230 мм с прочными дисками. Давление в шинах до 4,5 бар эффективно компенсирует вибрации, что делает езду комфортной и относительно быстрой. На надувных колесах в сочетании с оптимальным клиренсом комфортно кататься по разбитому асфальту, брусчатке в центре города, проселочной дороге в лесу и на загородной даче. Продуманная конструкция в сочетании с качественной сборкой делает самокат максимально тихим и недребезжащим. Самокат подойдет как взрослым, так и детям от 8-9 лет. На самокат помимо стандартного заднего тормоза дополнительно установлен ручной тормоз. С помощью дискового механизма на заднем колесе можно частично или полностью остановиться. Сила торможения зависит от силы нажатия на ручной тормоз. Торможение можно комбинировать сразу двумя системами. Такое решение придется по вкусу взрослым людям. Ручка тормоза расположена на руле, а провод аккуратно спрятан в рулевой колонке и платформе. Установлена новая система сложения, которая исключает дребезжание и грохот. Самокат складывается не у основания платформы, где невозможно было избежать зазоров, а в нижней части рулевой стойки. Это решение исключило люфты, сделало конструкцию более надежной и увеличило максимальную нагрузку до 130 кг. Самокат фиксируется в сложенном состоянии, и его удобно переносить. На руле установлены звонок и удобные анатомические ручки антишок. Они приятные на ощупь и не проскальзывают. Спереди на складной самокат установлена центральная подставка для быстрой парковки. Достаточно легким движением ноги выдвинуть стойку и оставить самокат в удобном месте. Благодаря широкому подъему рамы минимизировано попадание брызг на ноги. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. На только купленном ездить невозможно. Скрипы, люфты. Полностью выкидываем тормозной трос, ставим новый и более тонкую рубашку. Для человека большого роста руль приходится выдвигать на максимум высоту. Крепление становится слабым и появляется дребезжание. Надувные колеса, нет наката совсем. Мой вес 75 кг, и я почти на ободах еду. Теперь перейдем к положительным. Внешний вид – огонь. Под нагрузкой при езде ничего не звенит, легкий. Хорошо подойдет для девушек. Хороший механизм зажима рукоятки. Наконец-то ручки не звенят на кочках. Надувные колеса. Идеальный механизм складывания. Легкие для переноса. Если вы провели время с пользой, поделитесь впечатлениями в комментариях. И, конечно же, поставьте лайк. Ссылки на полные характеристики и лучшие цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Современные родители».